Мы группа людей, которые пришли в этот дом, чтобы изучить и узнать, выяснить, какого типа призрак. Охотник на призраков. Определи тип. Здравствуйте, ребятки. Я тут, короче, специалист самый новый, которого меня к вам посылали. Хорошо. Специалист недоделанный. Ты кем будешь по жизни? Да, так просто мимо проходило. Нужна будет помощь, то, ну, можешь обратиться. Я-то, этот, знаю свое дело. Какого у вас кодовое имя? У меня 02. Ну чё, давайте, начинаем работу. Как-то тут грязновато. У меня уровень активности тут. Сколько? Четвёртый. Он рядом. Кто выключил? А, подожди, это он выключил, значит? Чего? Электричеством балуется. А, электричество, угу. Это уже хотя бы какие-то признаки подает. Запомнили. Да. Тут ладно. Уже четвёртый. Радио? С электричеством он умеет. О! Я пятый. Я видел частицы ходьбы. Я видел. Там пятый, как раз вообще пятый. Как же он любит с электричеством побаловаться, знаешь? Рисую, походу... Наверное, раньше был... Сантехником. Господи, сантехником. Электриком. Да. Ну да. Угу. Какой-то агрессивный. Ну, агрессию пока что он не сильно проявляет. Максимум свет выключает, чтобы денег много, видимо. За счетчики не платить. Налоги не платим. Поэтому и врубается. Да, можно в суд подавать. Не наступаем на датчики. Да, без Б. Чё? Охота. А, вроде все. Не переживай. Все живы, здоровы? Да. У меня третий уровень активности. Он тут, он на первом этаже. Блин. Подожди. Мне надо посмотреть, кто с электричеством любит баловаться. А, один датчик и блокнот. Тут все за крест. Ну. Распятие. Ага, полтергейст. Странные звуки, взаимодействие с блокнотом. Отвечает на да или нет. Взаимодействие с предметами. Странные звуки. По поводу странных звуков, я их не слышал. Демон, странные звуки. Не видим для датчика. Это не демон. С блокнот, ну, тень. Странные звуки, да или нет, показывает обличие до охоты, показывал, значит, я слышал звуки взаимодействия с электронными предметами. Я думаю, это тень, хотя, странные звуки, так это тень! Это была тень, я знал это, не зря же я этот, привет, я знал, что это тень, знаешь, я же говорю, я профессионал своего дела, подожди. Рёку убили? Да, Рёку убили. Обидно. А, подожди! Блин. Тень, убей их всех. Вот это, по-моему. Я могу их чморить. Кстати. Блин. Вот не надо вот спалиться. Если я спалюсь, то это будет полная... Ну, сейчас посмотрим на них. Этих голубков, которые сейчас ко мне в лапы идут. Ну что, добро пожаловать в ад. Сколько тут пауков, если так, так много паутин? Да, наверное, это для Хэллоуина. Понятно. Бегают. Ну и опасно. Да,
давайте я, наверное, будем точку движения поставим, что ли? Блокнот? Да или нет? Давайте будем задавать вопросы. Да, ты врат к нам или нет? Да, да. Давай, отвечай, призрак, пожалуйста. Я твой враг. Хочешь? Если ты ответишь нам и все будет хорошо, мы просто уйдем сейчас. Давай. Такое чувство, что... А кого не убьет? Надеюсь, он нас не убьет в первую секунду. Ты нам друг? Понятно. Призрак, ты рисовать любишь? Можешь, пожалуйста, что-нибудь начать? Да, я обожаю рисовать, да ты чё? Только не, я не люблю рисовать. Подвал пройти, свет отрубить. Если я этого, конечно же... Кто это сюда поставил? Пойду воздухом подышу. Зачем я... Я сначала хочу узнать, он... А, хочет на нас? Призрак, слушай, ты рисовать умеешь? Ты можешь тут начерпать что-нибудь? Я да, или написать. Ты поставь нормальный блокнот, я же не могу два раза одно и то же. Я, наверное... Это я встал. Опа, свет. Опа, свет. Да будет свет. Пожалуйста, призрак, что-то нарисуй. Может, мы тебе поможем. Да ты гений, ёпта, я не могу... Значит, это чень. Ну, скорее. Что? Я спалился. Это я, если что. Это была тень. Пум-п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 ум. Быстрее. Все. Так, алё, вы уже угадали. Как мы? Датчик движения. Ты что-то узнал? Вы уже угадали. Просто нужна... Нам просто нужно найти релик. Ну, у них уже 50% задания выполнено. Один из самых опытных. Но еще 50 это... Найти релик. Если она тут, а она не тут, это хорошо. А, ну все, значит. Ой, нет. Может, охота начается. Так. Да, а шо вы что, думаете? Кто первый? Ну... Самый опытный. Так, давай опытный. Давай. Если ты просто знаешь, что... Тень. Я... Плюсую. Давай. Это и видно. Вот и охота началась. Ребятки, вам габарит. Нет. Первый минус. Это только начало. Я уверен, я убью вас до того, как вы... Как по мне, уже охота окончилась. Это уже плохо. Сейчас за мной тень пошла. Ну ладно. Что? Охота? Ага, я понял. На баллоте. Успел. Тут нету никого. Набит. Ой, все это время она была тут. Фига ты. Валим. А нет. Осталось одно. Пока. Все мертвы. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. Делайте по башке крестом.